Нет повести радостнее на свете, чем акция «Наши дети». Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации сегодня в объективе камер. В гости к ребятам заглянул Дедушка Мороз. Но по законам жанра, сперва сказка, а после главный новогодний волшебник. И, конечно, подарки. В главных ролях самые известные персонажи. Человек-паук, Буба, Миньон, Кощей Бессмертный. Ребята на месте тоже не сидят, танцуют и поют, играют на музыкальных инструментах. Нельзя не отметить и шикарные белоснежные костюмы. После театрализованного представления на авансцену выходит он, бородатый Дед Мороз. Вот мы к вам пришли опять. Будем песни петь, плясать. Становитесь в хоровод. Дружно встретим Новый год. Теперь самое приятное время подарков и поздравлений. От горисполкома – компьютерная техника для образовательного процесса. Набор детской мебели подарил завод тракторных деталей и агрегатов. Красный пищевик, как всегда, удивил сладкими сюрпризами. В рамках акции «Наши дети» в городе проходит ряд благотворительных праздников, новогодних утренников. Конечно же, ни один ребенок не останется в стороне, потому что акция направлена в первую очередь на поддержку детства. И Бобруйский горисполком оказывает всяческую поддержку детям. Детям с ЦКРО, детям многодетных семьям, малообеспеченных, детского социального приюта. Миссия любого человека, любой организации является помощь детям. И делать их жизнь счастливее, особенно тех, кто больше всего в этом нуждается. В преддверии Нового года взрослые, конечно, должны дарить праздник. Особенно этот праздник важен для таких детей с особенностями развития. Им нужно больше уделять внимание, уделять ласки, дарить тепло, доброту. Родители и дети остались под впечатлением от праздника, что скрывать, и взрослые были рады таким нужным подаркам. Перед тем, как встретить гостей, конечно, мы очень волновались, мы много тренировались, мы подбирали костюмы. И нам помогает в этом всегда гимназия, школа, колледж искусств города Бобруйска. Все замечательно. Артисты очень хорошие, спонсоры к нам хорошие, гости приехали. На этом сюрпризы для наших маленьких граждан не заканчиваются. Впереди еще много встреч и подарков. Добрая акция продолжится до 10 января следующего года. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.